Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжаются заготовки. Мы будем делать огурчики. Огурчики будут у нас по-болгарски. Они будут очень вкусные. Кто любит пряного посола, блюдо для тех. И будет второй еще способ засолки огурцов. Огурцы классические, которые нам очень нравятся, соотношение соли и сахара, самое главное, и какие специи я буду добавлять. Так что, друзья, оставайтесь со мной и будем готовить. Баночки я всегда стерилизую. Кто-то не стерилизует, а я стерилизую. Готовим сначала простой способ засолки огурцов. В каждую баночку я добавляю по одному зонтику укропа. Также я сюда добавляю чесночок. Ну вот 4, по 4 зубочка. Даже еще и больше я могу делать, потому что я этот весь чеснок отсюда мы съедаем. Нам это очень нравится. Сейчас сюда добавляем перец черный горошком. На глаз, ну, штук 10. Добавим. Лавровый лист я сюда не добавляю, потому что я его не люблю при этом засоле. Все. И накладываем сюда огурчики. Огурчики я буду отрезать у них кончики и закладывать. Готовим баночки, накладываем огурчики. Готовим следующие баночки. Они у нас уже будут для огурчиков по-болгарски. Что я сюда закладываю? Я сюда не закладываю укроп. Здесь у меня будет морковь. Я ее порезала фигурным ножом. Она вот такая вот будет красивенькая. Закладываем несколько. Также у нас будет здесь кольца лука. Лук у меня красный, красивый. И белый. Также мы сюда закладываем горошек душистый, потому что это будет у нас пряного посола. По 2 штучки. Много мы не будем сюда закладывать, чтобы не было у нас очень приторного, такого пряного, сильного. Да? И в 1,5-литровые банки я буду закладывать по 2 гвоздички. 2 гвоздички в каждую баночку. Они дадут свой аромат, отдадут. Достаточно будет. Очень будет вкусно. Пикантные. Сюда добавляем в эти же баночки тоже морковочку. Лучок. Такой. А чеснок я добавлять не буду сюда, потому что здесь будет у нас лучок. Очень вкусные. Такие будут ароматные огурчики. Так. И наполняем наши баночки огурцами. И будет у нас вот я сорвала перчик. Есть и красный, есть и еще зеленый, не поспешивай. И по одному стручку я буду сюда добавлять перчика. Укладываем огурчики. Так, огурчики у нас уже в половине баночках есть, поэтому сейчас будем добавлять сюда морковь, чтобы у нас она красиво лежала.
по бокам. Наши банки будут красивые. И не только красивые, но и вкусные. Добавляем оранжевый цвет с зеленым. Такое сочетание красивое. Добавляем лучок. Красота. И по перчику по горькому добавим. Любим остренькое. Пусть будет нам очень вкусно. И дальше добавляем наши огурчики. Лавровый лист добавляем вот в эти баночки, которые у нас будут пряного посола. По одному листику добавляем. Так, это я сразу туда не подсунула, но ничего страшного. Все туда зайдет. Так, а лавровый лист в классический способ заготовки огурчиков, как мы всегда готовим для своей семьи, я не добавляла. А вот здесь будет у нас. Это наши любимые рецепты, которые нам очень и очень нравятся. Вода у меня на плите уже закипает. Сейчас я буду заливать эти баночки кипятком. Вода у нас вскипела. Мы заливаем огурчики кипятком. Баночки залиты кипятком. Накрываем крышками. Крышки простерилизованные. Будет стоять 10 минут. Баночки у нас отстояли 10 минут. И сейчас мы будем сливать воду. Но воду мы будем сливать отдельно. Три банки, которые мы классическим способом заготавливаем, они будут отдельно идти. А эти баночки, которые у нас идут с лавровым листом и по-болгарски этот способ я называю, они будут у нас выливаться в отдельную тарочку. Ставим на огонь. Слила воду. У нас получилось 900 миллилитров с каждых, с этого варианта и с этого варианта заготовки. Поэтому я 100 грамм воды долила и в ту кастрюльку, и в другую кастрюльку, чтобы нам легче было рассчитывать соль и сахар. Вот эти баночки, которые у нас идут с морковью, по-болгарски, мы будем делать с уксусом. И уксус будем лить в воду. В эти три баночки я добавляю лимонную кислоту. На полторашку я буду больше, чем половина чайной ложки лимонной кислоты в каждую баночку. Это уже готово будет к заливанию кипятком, рассолом уже, который будет сварен с солью и с сахаром. На литр воды я сейчас засыплю 1 ложку соли и 4 ложки сахара. Это будет у нас для этой заливочки. Соль для этой тоже будет так же.
но сюда будет добавляться уксус 9%. Закипел рассол с солью и сахаром. Заливаем те баночки, где у нас лимонная кислота. Доливаем под самое горлышко. Получилось все как надо. Накрываем крышками и закатываем. Закипела у нас вода, рассол уже с сахаром и солью. Для огурчиков по-болгарски я туда добавляю 9% столовый уксус на каждый литр 4 столовых ложки. Закипело у нас теперь следующий рассол, который у нас идет с уксусом. Долго его кипятить не надо, его только нужно довести до кипения с уксусом и заливать. Надеюсь, что вы посмотрели мои заготовочки, как я их делаю до конца. Не забыли подписаться, прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, мои заготовки, и не только у меня заготовки, выпечка, блюда вторые и первые, варенье. Заходите, смотрите, комментируйте. Я всем вам рада. Всем удачи! Добра и здоровья!